Так, сегодня 13 октября. Моя крольчиха кролилась. Утром захожу, была в шоке. Крольчата бедные. Один гнездышко свита, второй просто голенький лежат, без всего. Мамашка вот тусуется здесь. Не знаю, правильно я сделала или нет. Я пошла, нарвала ваты. Бедных там накрыла. Отложила теплую тряпочку. Не знаю, выживут или нет. Будет ли эта мамашка кормить их. Не знаю. Вот у меня... Я начала год назад. У нас была самка. Три раза она кролилась. И три раза за нее все подохли. То она их позадавила, то погрызла. Самка, видать, была неблагополучной. Жалко нам было, но мы ее так и убрали. Так получилось. Вот теперь не знаю, что будет дальше. Будет кормить, не будет. Будет греть, не будет. Выживут малыши, нет. Вообще не без понятия.